Приветствую, друзья! С вами Булавцев Михаил, и сейчас я вам покажу и расскажу, как пользоваться программой CC Cleaner. Итак, я скачал программу CC Cleaner, которая не требует установки. Объяснять буду сегодня на ней. Распаковываем архив, нажимаем правой кнопкой на архив, выбираем WinRAR, извлечь файлы в папку. Происходит извлечение. Итак, вы видите, что папка, наш архив разархивировался. И открываем нашу новую папку. И здесь выбираем программу CC Cleaner 64. Дважды нажимаем по данному значку. Запускаем программу. И вот видите, у нас запустился CC Cleaner. По умолчанию он у нас стоит английский. И сейчас мы сменим язык на русский. Нажимаем кнопку Settings. И у нас появляется строчка язык английский. Нажимаем и выбираем русский из списка вашего. И видим, как изменились наши все кнопки. Текст с английского перевелся на русский. И теперь нам необходимо вернуться в раздел «Очистка». По умолчанию стоят все необходимые нам галочки в тех моментах, в тех параметрах, которые необходимо почистить. Никакие программы, личные документы ваши удаляться не будут. Желательно перед тем, как начать очистку, отключить все браузеры, с которыми вы работали в интернете, так как и вам остается нажать только снизу кнопку «Очистка». Больше действий от вас программы не потребует никаких. По окончании очистки здесь будет выведена статистика, сколько файлов было удалено ненужных, какой объем данных файлов. Вся информация по очистке будет предоставлена вот в этом окне. Спасибо за внимание. Всем пока.